Я очень благодарна за ту награду и за то признание моей работы как журналиста из «Беларусь сегодня», которая была оказана вот мне Министерством обороны. Но для меня лично это еще одна возможность, наверное, сказать слова благодарности тем людям, которые оберегают нашу страну, оберегают наш покой, оберегают наши семьи, наших детей, нашу землю. Я убедилась в который раз в том, что наши воины, наши военнослужащие — это люди высокопрофессиональные, это люди порядочные, человечные. Я видела, как они четко отработали, например, в Казахстане, где мы также вместе с ними были в командировке в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверенно, профессионально, очень грамотная, слаженная работа. То есть, ну, лично вот мы, журналисты, мы пытались делать свою работу, но при этом мы старались, наверное, не мешать людям, потому что это впервые, наверное, за долгие вот эти годы, когда белорусы выполняли все-таки боевую задачу на территории вот другой страны.